охрана. Run, run faster, чем все купить и красе. Run, run stronger, не жалея ноги. Hey, друзья, всем привет, добро пожаловать на мой новый видеоролик. Сегодняшний ролик, наверное, большинство из вас очень-очень ждало, потому что это дикий побег от охраны. Мы ворвались на заброшку, на одну из самых охраняемых заброшек, где было очень много собак. Они все были очень злые и готовы были расписать нас на части. Также там была охрана, от которой мы в конце убегали, и был классный шпиль и вид на Киев. Все это в этом ролике. Всем приятного просмотра, друзья. Ставим лайки и погнали. Ой, много. А. Саня. Ну я на нее приземлился, блядь. Я смотрю собаку, думаю, ну, блядь, она не достанет. Слава, как угорённый, прыгает на дерево. Я думаю, ну ладно, я за ним. Прыгаю, ветка отламывается, я просто и на ногу левую. Друзья, как вы уже поняли, в этом видеоролике мы с ребятами собрались залезть на одно из самых охраняемых зданий в плане заброшенных, так как здание еще не сдано в эксплуатацию, но оно практически уже полностью достроено. В общем, мы выбрали слепую зону, когда охранники должны были пойти на обед, как и все нормальные люди. Вот, как видели, здание все равно хорошо охранялось, потому что были собаки, которые громко гавкали. Но все же у нас получилось дойти до конца забора, до точки, где нам нужно было уже залазить. Там, друзья, случился такой инцидент, то, что начала бежать на нас сильно собака. Я подумал, ну блин, она же по-любому не запрыгнет на забор. И тут все начали, особенно Слава, который с нами был, и все начали прыгать на дерево. Я такой смотрю, думаю, ну ладно, типа, давайте я спрыгну. Прыгаю, ветка отламывается, я падаю вниз. Короче, несмотря на это, мы все же решили продолжить лезть и магическим способом открыли дверь и попали в здание. Так что смотрите, уже весь экшен начинается именно с этой минуты. I was really hard to breathe. I wish that you would just put me down. I wish that I could go to sleep. Ребят, мы уже находимся на крыше. Сейчас будем залазить на саму конструкцию. Она очень похожа на улитку. В общем, вы ждали этот эпичный руфинг, и вот он настал. Это действительно нечто. Возможно, будет и побег от охраны, побег от собак. Сегодня самый трэш, лютый для вас, друзья. Посмотрите, трэш. Друзья, посмотрите, здесь все в тумане. Вот сейчас такая погода, идет снег. Вообще ничего не видно.
Думаю, залезем, мы хоть что-нибудь сможем, какой-нибудь вид вам передать. Скажите спасибо Андрюхе, который волшебной палочкой взмахнул, дверь открылась. А я вообще сегодня пострадавший. Упал с дерева двухметрового, приземлился на ногу сломанную. Ёп. Сейчас по этой конструкции будем залазить по трубам. Ребят, мы попали, мы находимся уже на самой крыше. Это вот такая вот огромная улитка, она вся в снегу. Друзья, вокруг нас туман и красивый городочек, который за ним скрывается. Вообще, ребят, сказать, что это было трудно, ничего не сказать. Мы просто, вообще, не знаю, сняли вторую кожу, чтобы сюда залезть. Я вообще упал с дерева, проникали сюда, бежали, прятались от собак. В общем, это дикий трэш. Сейчас мы находимся возле самого шпиля. Здесь, к сожалению, нету лестницы, но я думаю, мне удастся туда залезть. Как бы трудно это не было в такую погоду, но в принципе тут даже если падает, то на крышу. Поэтому сейчас попробую туда залезть. Ну что ж, чуваки, я нахожусь уже на самом шпиле. В принципе, подо мной крыша, но я весь измазался, так как не было лестницы. Но в принципе все равно. Тот залаз, который мы лезли, он стоит того, чтобы залезть уже и на шпиль, потому что так бы считалось, что как бы мы залезли на крышу, но не на самый ее верх. В общем, надеюсь, что вы оцените этот видос лайком, также подпишитесь на мой канал, потому что я творю просто лютейшую дичь для вас. И показываю то, что можно жить так, как ты хочешь, и можно преодолеть все рамки, которые существуют в вашей жизни. Но прошу вас, не повторяйте для этого, так как у меня есть хоть какой-то опыт, хоть какая-то физуха и навыки. Rest in peace! В общем, друзья, крыша просто нереально крутая, на самом деле, потому что я на таких давно не был. Когда вот такая вот заброшка, она настолько охраняется, столько много собак, охраны, вообще такая погода кайфовая, хоть уже и темнеет, но я рад, что мы здесь побывали, что все втроем залезли на этот шпиль, сейчас лезет туда Слава, хоть здесь и нету лестницы. Так что это безумно круто. Я надеюсь, вы ждали такого драйвового контента, годного. Потому что я надеюсь, он получился реально год. Вот мы уже нафотографировались, уже, в принципе, почти полностью стемнело. Ох, это пипец, настолько скользко. Вот, и сейчас идем вниз, главное, чтобы не было никого побега от охраны, хотя я знаю, что вы это любите, но все же сейчас бы не хотелось, потому что очень много собак, которые могут нас покусать.
Охрана! Еще. Для мусора я убегаю по дворам, для нас харам. Когда ты к ним приходишь, сам не подавай руки ментам. Я доверяю лишь друзьям, от полицейских жди лишь шрам. Run, run faster, чем все купить и крассер. Run, run. Фух, чуваки, вы видели это? Все-таки произошел этот побег от охраны, хоть мы уже были на заборе, но когда к тебе подбегают большие собаки, а забор там низкий, и одна из них тебя чуть за ногу не хватает, это жесть. Пацаны были с палками, я просто так снимал. Короче, не ходите на Три Богатыря, потому что здания дикие. Мы очень долго пробирались, мы прятались от собак в здании и на территории, и в конце они нас встретили, начали гавкать. Короче, выбежал охранник, да, откуда он выбежал? С дальней будки. С дальней будки, да. Вот. Ну и мы благополучно убежали. Так что считайте, ваш любимый побег от охраны, ваш дикий руфинг. Так что ставим много-много лайков, друзья. Можете подписываться на моих друзей, ссылки будут в описании. И все, я думаю, я заслужил подписочку, и они тоже. Ставим колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Пишите в комментариях, хотите ли вы увидеть еще побеги от охраны. Потому что я уверен, вам этот ролик понравился, и вы хотите продолжение. Все, друзья, пишите комментарии, давайте наберем много комментариев, допустим, 1000. И 3000 лайков. Я выпускаю новый видос. Всем удачи, всем пока. Я бы трубку курил, если был моряком. Мой парус обдуваю тысячи ветров. О-о-о. О-о-о. О-о-о.